Доброго времени суток, дамы и господа. С вами Прия. Обновление 9.1 уже доступно на ПТРе. И имеется контент, который можно рассмотреть. В данном видосике я хочу рассмотреть легендарочки для ковенантов. Собственно, добавлены были новые легендарочки, которые соответствуют определенному ковенанту. То есть, находясь только именно в этом ковенанте, вы можете использовать этот легендарный предмет. То есть, например, вот на вентиров у ДК имеется легендарочка, у ночного народца, у Кири и у ДК. На примере ДК, пожалуй, рассмотрим абсолютно все. Скажу так, то что в целом абсолютно все эти легендарочки просто-напросто направлены на основную атакующую способность. То есть, например, у ДК это идет срабатывание при клубящемся тумане, вернее, по его окончанию. У ночного народца лужа дополнительно бафается, если кратко, да, так рассказать. У Кири там в момент того, когда переходят узы непристойных, то происходит прок интересный, а у некролордов просто-напросто время действия продлевается. Но рассмотрим, пожалуй, детально. Легендарная способность легендарочка от вентиров. Когда клубящийся туман оканчивается, вы наносите урон от темной магии по пяти рядом находящимся врагам и отхиливаетесь на 25% от нанесенного дамага. Дамаг увеличивается на 2% за каждую руническую силу, полученную во время активного клубящегося тумана. Собственно, клубящийся туман, который бьет по 5 таргетам за 8 секунд, даст нам 120 рунической силы. Таким образом, мы увеличиваем свой дэмэдж на 240%, 1500. И к этому числу еще плюс 240%, ну, примерно 5000. А далее от ночного народца легендарная мощь. Сила, получаемая от ковенантовской лужи, увеличена на 1% и длится на 2 секунды дольше. В тот момент, когда вы находитесь в этой лужице, ваш реген рунической силы повышен на 20%. Интересно, но так себе. Далее, Кири. В тот момент, когда узы непристойных перескакивают на другую цель, ваш дэмэдж увеличивается на 2%, и вы получаете руну. Дэмэдж стакается до 10% на 10 секунд. Это интересно, но в соло-таргет бою это никак себя не оправдает. Ну и последняя легендарочка четвертого ковенанта. Легендарочка от некролордов. Abomination Limbs. Это рука поганища. Она продлена на 4 секунды, то есть вместо 12 секунд при КД в 2 минуты, она будет 16 секунд при КД все так же 2 минуты. Вот, также вы получаете руническую порчу на 2 секунды. Руническая порча — это ускорение регена рун. И к тому же мобы, которые вами притянуты, будут получать на 10% от вас больше дэмэджа в течение 12 секунд. Это интересно в ауе-боях, где можно притягивать мобцов. Но если мы рассмотрим, то есть получается легендарочка от некролордов, легендарочка от вентиров, она направлена на АОЕ. И к текущему моменту мы имеем взбешенное чудище. Замечательная легендарочка, которая прекрасно себя показывает и без разницы вообще, в каком вы ковенанте находитесь в принципе. То есть до тех пор, пока взбешенное чудище будет все так же давать 12%, до тех пор, пока Лик Смерти будет все так же работать соло-таргет, то навряд ли даже эти ковенантовские легендарочки заиграют. И то есть не будет нужды менять ковенант, наверное, с целью того, чтобы просто-напросто брать определенную легендарку. Надеемся на это. Пускай все будет так, как будет, а эти легендарки просто будут, ну, средними. Да, пожалуй, пусть они будут просто примерно средними. Как-то так. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, мойте руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого!